Руководство Ивановского областного противотуберкулезного диспансера не исполняло требования федерального закона об основах охраны здоровья граждан России. Нарушения выявились в ходе проверки прокуратуры Ленинского района города Иваново. Закон предусматривает, что медицинские учреждения в доступной форме должны информировать население о своей деятельности. В том числе на сайте любого лечебного учреждения должна быть информация об уровне квалификации работников и их образовании. Но на сайте указанного учреждения данных не оказалось. По факту данных о нарушении прокуратуры района главному врачу внесено представление об устранении нарушений законодательства. Представление рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время на сайте данного медицинского учреждения имеется информация об уровне образования медицинских работников, их квалификации, а также отдельной строкой введена информация, указывается, о внесении каких-то изменений, то есть с целью актуализации.